торжестве приняли участие делегации муниципалитетов Краснодарского края, призеры и победители конкурса, военнослужащие, ветераны, представители органов исполнительной власти. Участников приветствовали заместитель руководителя Департамента по делам казачества Краснодарского края Валерий Коначевский, председатель краевой общественной организации памяти маршала Жукова Вячеслав Головко и глава Тимошевского района Алексей Житлов. Сегодня для нас одна очень важная задача, чтобы мы жили в мире, чтобы наше Отечество было очень мощным. Как говорит наш президент, патриотизм – это иммунная система народа, и когда эта иммунная система дает сбой, появляются очень серьезные проблемы. И, конечно же, наша главная задача – этого не допустить. Этот краевой конкурс проводится в Краснодарском крае с 1997 года. В нем принимают участие поисковые и военно-патриотические клубы, средства массовой информации, образовательные учреждения, библиотеки и музеи, ветеранские организации. Награждения проходили в 18 номинациях. Анапа также вошла в тройку призеров конкурса за вклад в патриотическое воспитание и сотрудничество с общеобразовательными учреждениями. Третье место завоевал Анапский институт береговой охраны. На втором месте ветеран военной службы, краевед Валерий Валиев. В этот раз я подготовил работу по участию военно-исторического общества и боевого братства Анапы в военно-патриотическом воспитании молодежи. Ну и приложил свои произведения, свои стихи, написанные по данной теме. В планах в будущем подготовить небольшую работу, и опубликовать ее в наших СМИ, посвященные прежде всего столетию нашей армии 23 февраля, столетию комсомола, потому что комсомольцы внесли весомый вклад в военно-патриотическую работу и в воинскую славу нашей страны. Перед победителями и призерами конкурса выступили участники поста номер один, образцовый танцевальный коллектив «Истоки», камерный хор районного дома культуры и вокальный ансамбль «Поющие сердца». А в завершение праздника все желающие посетили выставку декоративно-прикладного искусства. Руслан Душевский, Анапа регион.